Всем привет! Меня зовут Дильшод Шамрадов. Сегодня мы будем качать ноги. Делаем 4 упражнения. Приседания, жим ногами, разгибание и икроножные. Я обычно начинаю упражнение разгибания сидя. Здесь, на этом тренажере, ставлю вес. Желательно на первый подход не обязательно большими весами начать, чтобы размяться ноги, колени. Здесь обычно я делаю одной ногой, потому что у нас ноги все равно разные, одной сильнее, одной слабее, чтобы они друг другу не помогали. Я поэтому отдельно делаю. Вот сейчас покажу. Мы закончили первое упражнение разгибания ног, размялись ноги, теперь пройдем на приседания свободным весом. Когда вы делаете упражнение приседания со штанги, обязательно одевайте пояс. Если вы делаете большими весами, обязательно делайте со страховками, чтобы кто-нибудь вас постраховал. Тяжелое упражнение, можно сказать, приседания со 180 килограмм. Мне надо восстанавливать организм. Я пью БЦА. Третье упражнение на ноги. Жим ногами. Можно ноги поставить разные, широким, узким. Я сегодня делаю широким, чтобы бицепс, бедро хорошо работало. После приседания еще очень хорошо чувствует. Отпускайте ноги, только не до конца. И когда вы поднимаете, тоже не поднимайте до конца, чтобы нагрузка будет на колено. Все равно мышцы работают. Я это делаю повторение 15-12 раз. Но это достаточно. И каждый подход добавлю вес, конечно. Хорошо. Вот и добавили вес на следующий подход. Сделаем как минимум 10 раз, только не меньше. Обожаю ноги. Следующее упражнение у нас икроножные. Вообще-то это очень важные мышцы. Делаю я 3 раза. Как разминка, тоже я икру качаю. 4-5 подходов. Mm-hmm.
cause a minute she's sticking again. She said she got a nigga tonight, she chillin'. It's been a whole weekend, so when are you lost? Just look on the dick, baby girl, don't be tired. Пятнадцать лет назад мне на день рождения подали, друзья, абонемент от спортзала. Я был очень худой, дрыщ. Со временем я очень много читал, как правильно питаться, как правильно качаться. Сейчас я работаю фитнес-тренером спортклуба Wellness Fitness. Оставьте свои комментарии, не забудем лайки.